Миллион, миллион, миллион пузырей. В Чебоксарах установили рекорд по одновременному запуску мыльных пузырей. На фестиваль «Мыльное нашествие» собрались любители надувать пузыри и хлопать. Почти 5000 человек. Маленькие, большие, просто гигантские. Пузыри выдували и при помощи специальных установок, и из привычных с детства баночек. Кроме этого, и родители, и дети с удовольствием играли на интерактивных площадках, рисовали мелом и цветным песком, соревновались в выдувании самых больших пузырей.